Здравствуйте, друзья! Сегодня, 28 сентября, начинается новая акция «Вау» в магазинах «Fix Price Coffee Time». Вот я сейчас покажу, что представлено у нас на этой выставке, на витрине. Вот такая книжка «Торты, пирожные по ГОСТу». Кстати, все по 50 рублей, за исключением вот кофе, на котором написано, что оно по 50. Итак, вернемся к книжке. Полистаем. Ну, тут вот торт «Наполеон», картошка, тут еще вот торт «Прага», ну и так далее. Ну, стоит приобрести такую книгу. Дальше идут кофе. Кофе натуральное, растворимое, порошкообразное за 55 рублей. Здесь его 80 граммов. Кофе вот такой за 50 граммов. Вот такой вот он. Тоже сублимированный, натуральный, растворимый. Вот такой кофе с добавлением натурального порошка. И вот баночки металлические. Вот на них нарисованы печенье. Вот второй вид баночек. Вот такие. Вот очень красивая банка. Вот такая. Их тут две. Вот еще баночки. Вот. Ниже располагаются подносы. Они двух видов. Нарисована чашка, разбросано кофе. Вот следующий вот такой. Тут кофе приготовленное и емкости для кофе. Вот такие вот они, вот в такой расцветке. Креманки стеклянные, свечи. Внизу как бы усыпанный кофе, белые. С бантиком. Ниже располагается, что это, блокнот для записи. Сейчас посмотрим. Он на магните, как и было Прованс Средиземноморский, тоже на магните вот этот блокнот. Вот с такой картинкой. Вот сам блокнот. Фартук 51 на 75. Тут кофе по углам рассыпан. И вот такой оборот. Оборотная сторона этого фартука. Кармашек видно. Набор тряпок 30 на 30 сантиметров. Три штуки их здесь. Они пестрые, белые и просто коричневые. Такой набор. Набор таких формочек для кексов и маффинов. Это силикон. По 6 штук их вот в упаковке. Дальше идет сливочник. Вот емкость для сливок. Небольшая она. С разными картинками. Вот первая была. С розовым цветочком, это желтое с голубым. Вот еще кружки. Вот такой расцветки. Вот с надписями кофе. Кружка. Kitchen фирмы. Здесь тоже кофе. Только других расцветок чашки. Здесь повторяются. Вот такие емкости для приготовления кофе. Назвать джезва, турка. Ну, как-то здесь принято больше турка. В Ленинграде, когда я жила, все называли такие вещи джезва. Набор ситечек металлических. Здесь три штуки. Диаметр 8,7, 6 сантиметров и 10 сантиметров. С голубыми ручками, с оранжевыми ручками. Это набор тряпок.
Это мы уже набор тряпок посмотрели. Вот тут они выше были. Это они второй раз повторяются. Теперь прихватки. Вот с таким кофейным рисуночком. Снимаю. Вот это полотенце махровое с вышивкой. Вышивка вот такая. Кофейная чашка с кофе. Размер полотенца 30 на 70 сантиметров. Так, вот тут в три ряда висят эти самые набор тряпочек. По три мы их уже видели. Вот здесь венчик вращающийся. Вот, чтобы, видно, взбить молоко или сливки двух видов. Силиконовый коврик для выпекания. Вот он, коврик для выпечки силиконовый. 25 на 21,5. Он тут с такими концентрическими окружностями для выпекания печенья. Безе, например. Или просто печенье. Вот тут вот показано, как отсаживают из мешка печенье. Тесто отсаживают. Я смотрю, темно-коричневые есть такие коврики и светло-коричневые коврики. Опять идут чашки. Вот они всяких разных цветов, желтые. Вот такие кофе с молоком. На видео они, видимо, будут бледнее. Ниже располагаются вот такие вазочки для печенья. Пластмассовые формы для выпечки кексов, силиконовые. Размеры. Дальше идет. Сейчас прочтем, что это. Полотенце кухонное 40 на 70. Вот в такой расцветке. Эта расцветка уже встречалась выше. Тут вот у нас кофе и емкость для зерен. Симпатичные полотенца. Дальше идет салфетка гобеленовая. Салфетка гобеленовая 45 на 35. Тут нарисована чашка. Написано кофе эспрессо. Чашка кофе. Вот такая гобеленовая салфетка. И дальше идут. Сейчас я покажу. Вот они дальше идут. Термосалфетки разные окраски. Тут та же самая картинка. Кофе эспрессо. Емкость для кофе. И вот здесь в углу три маленьких салфеточки подставки под чашки. А это большая. Их тут три больших и три маленьких салфетки. Вот таких. Вот они в углу здесь. Размер больших салфеток 43 на 28. Так. Ну что ж, на этом все. Вот это вся выставка Coffee Time. Благодарю вас всех за внимание. Всего вам самого доброго. До скорых встреч!